фрезерный станок болгарского производства Т-1000С. Станочек с углом наклона на 45 градусов. Высота вала 125 мм, это полезное. Станок, естественно, оснащен реверсом. Посадка на валу 30 мм. Поменяли, естественно, все подшипники. Перебрали всю каретку, весь механизм подъема-опускания. Здесь у нас кареточка. Угол наклона. До 45. Часть колеса, естественно, нужно снимать. Так, у нас сейчас стоит 6000 оборотов. Также станок оснащен тормозом двигателя. Естественно, переключение реверса. Подъем опускания вала. Включаем в другую сторону. У нас регулируемые щечки, двигатель 5,5 кВт. Станок полностью готов к работе.